Всем привет! Сегодня у нас очередное короткое видео про мастерскую. Но сначала я бы хотел поблагодарить всех людей, потому что к предыдущему видео пришло столько положительных и добрых комментариев, что хочется сказать всем большое спасибо. Нам очень приятно. Ну, потому что мы не можем ответить на все комментарии сразу, их там больше сотни. Так что я решил ответить на все сразу здесь. У нас сегодня наконец-то закончились дожди, и теперь можно делать работы, которые связаны с крышей. А именно установить коньки и ветровые планки. Ну, признаюсь честно, что я ветровые планки уже установил вчера, так что сейчас покажу, как они выглядят, а потом будем вместе с вами устанавливать уже конек. А вот как они выглядят с этой стороны. Они у меня красные и деревянные. Сейчас покажу, как все это выглядит с торца. Вот как это выглядит с торца, но пока еще не зашито, не подшито здесь все это пространство, свесы. Сверху вот у меня такой есть белый декоративный зуб. Он будет покрашен потом в цвет мастерской целиком, которую мы выберем. Пока что он просто древесного цвета. Доски боковых торцевых планок просто сбиты в торец. Причем верхняя должна быть обязательно внахлёст на нижнюю. Конек я уже тоже сбил вчера и прокрасил его весь на второй раз. Так что пойдемте покажу, из чего он состоит. Вершина конька состоит из двух вот таких вот планок. Десяток, 25 на 10, 25 на 100 точнее, сбитых под углом. Естественно, под углом крыши. Отрезана здесь только от одной доски. Верхняя доска целиком, которая сделана, она прибита внахлёст. Именно на угол, чтобы образовывался скат. Чтобы жидкости, ну, дожди не затекали в щель, которая все равно здесь образуется. Впоследствии придется все равно при усушке досок пробить все гвозди, подняться на конек, чтобы щель эту уменьшить. Как определить угол, под которым нужно спилить планку, чтобы все обе доски торцевались под нужным углом? А все просто. Вы просто берете два угла вашей крыши, в моем случае это 35 градусов. 2 это 75, и вы считаете из них 90, или из 90 вы считаете 2 угла вашей крыши. То, что осталось, и будет необходимо будет установить на циркулярке угол наклона, я установил 20, и все, и пилить на всей длине. То есть, если, допустим, крыша была бы под углом 45 градусов, можно было сбивать доски просто в торец, потому что суммарный угол был бы 0. Ну что, давайте я сейчас закину на крышу конек, отмерим все, отпилим. Кстати, да, пилим еще нижние доски, я про них вообще ничего не сказал. А здесь еще есть две нижние доски. Это доски, которые будут подбиваться уже под сам конек, чтобы уменьшить щель между коньком и профлистом. Но я впоследствии покажу, потому что сейчас это может быть не совсем понятно. Вот я наживил конек, пока что он кривой, потому что он с провисом, еще только держится на двух гвоздях с одной и с другой стороны. Сейчас я дальше все нижние планки буду прикручивать длинными шурупами сквозь профлист к обрешетке, а уже к ним по всей длине буду прибивать гвоздями верхний конек. Все, с краев я уже прикрутил шурупы с каждой стороны. Теперь надо выровнять середину, потому что нижняя лага, она провисает, и большая щель по центру. Снизу не видно, а мне отсюда видно. Так что здесь надо прикрутить еще на 4 шурупа, и затем уже можно прибивать верхний конек. Условно шуруповертом всегда так. Ну что, вот и все. Сейчас я попробую найти более удачный ракурс. Все более так наглядно видно. Мне кажется, довольно симпатично. Сегодня на этом все. Видео очень-очень короткое, только про установку конька и торцевых планок. Деревянные элементы могут спасти даже такую кацкую оцинкованную крышу. Так что все на этом все. Пока-пока.